Мэр Магадана Юрий Гришан вручил выпускникам удостоверение об окончании магаданских спортивных школ номер 1, номер 3, номер 4, номер 5, русской горнолыжной школы, школы Олимпийского резерва, парашютной. 15 воспитанников из отделения дзюдо, 5 из отделения плавания, 8 учеников проводила спортивная школа Олимпийского резерва Елены Вяльбе. Также в этом году выпустили 4 человека из отделения пауэрлифтинга. Как отметили организаторы, этот праздник дорог и выпускникам, и их родителям, и тренерам. С приветственной речью к собравшимся обратился Юрий Гришан. Дорогие наши ребята, девчата, все, кто радовали нас на протяжении всех ваших лет занятий спортом в спортивных школах города Магадана. Многих я вас очень хорошо помню, потому что у нас хорошая традиция 1 сентября за ручку, помните, мы от театра, там вас старшеклассники вели на площадь, все с бантиками, красивые. И в этот же год вы и выбирали в том числе вид спорта, которым будете заниматься. Кто-то еще и до первого класса стал заниматься спортом. И все эти годы мы за вами наблюдали и болели. Всех вас благодарю за то, что вы все эти годы были вместе с нами и радовали, еще раз повторюсь, и город, и область, и Россию. Удачи вам всем! Глава муниципалитета пожелал ребятам дальнейших успехов. В магаданских спортивных школах работают лучшие тренеры, которые имеют почетные звания и иные награды всероссийского уровня. А воспитанники школ всегда показывают лучшие результаты. Они побеждают в городских, областных и федеральных соревнованиях. В новом спортивном зале комплекса «Металлист» ребят поздравили музыкальными номерами магаданские исполнители. Было всех одиноких. Видно было б сколько, сколько половинок для многих, это же несложно.